Отопительный сезон не за горами, а это значит, что у ПАО «Т-Плюс» много работы. В 2023 году планируется заменить более 10 километров тепловых сетей. На одном из участков на улице Федерации диагностику проводит умный робот. Опыт для региона не новый. В прошлом году такая установка проверяла трубопровод на улице Минаева, с помощью которой абсолютно точно были выявлены повреждения тепловых сетей. Мы для исключения каких-то нештатных ситуаций в этом году заключили договор со специализированной организацией. Будем использовать диагностическое оборудование, которое, в принципе, уже не впервые применяется на ульяновских тепловых сетях. Нам понравился этот опыт, и мы, соответственно, в этом году порядка 500 метров еще решили сделать обследование, по результатам которого будем уже принимать решение. Достоинством данного способа является отсутствие земляных работ, которые могут создать неудобства для граждан, а также точность измерения, которая составляет 99%. В первую очередь, значит, у нас проводится контроль с помощью видеокамеры, которая фиксирует именно дефекты внутренней области трубы. И второй способ контроля – это магнитный метод контроля. Там уже монтируется модуль магнитного контроля, который выявляет утонение стенки трубы. Вот. И на основании этого уже заказчик понимает, где ему копать, где менять дефект. В целом по городу энергокомпания проводит комплексную подготовку к отопительному сезону. Работа на всех объектах находится в активной стадии. Стоит заметить, количество повреждений не превышает показатели прошлого года, что свидетельствует о хорошем состоянии тепловых сетей благодаря их своевременному обновлению. В Ульяновской области очень активно ведется подготовка к новому отопительному периоду. Для этого Министерством ЖКХ и строительства совместно с муниципальными образованиями и профильными министерствами разработан план подготовки, в который у нас входят гидравлические испытания, ремонт котельных, ремонт наружных инженерных сетей. Также готовится у нас жилой фонд и социальные объекты. На сегодняшний день процент готовности в Ульяновской области составляет 66%. На обновление тепловых сетей в ульяновском филиале ПАО «Т-Плюс» в этом году предусмотрено более 1 000 000 000 рублей. Работы по подготовке к отопительному сезону проходят в соответствии с графиком и даже с небольшим опережением. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.